Сейчас в Алтауской области административный штраф в размере чуть более 1 000 000 тенге обязали выплатить частного застройщика в этой области. По словам представителей Управления государственного архитектурно-строительного контроля, компания возводит жилой комплекс, не имея при этом разрешения на долевое строительство. В регионе строительством жилых домов занимается несколько организаций. Все работы они должны вести только за счет инвестиций. И привлекать средства дольщиков, конечно же, они не имеют права, утверждают в ГАСКе. Уже прошел суд первой инстанции, на котором наш протокол об административном правонарушении был признан законным. Но, несмотря на решение суда, застройщик продолжает вести рекламу. В ближайшие дни состоится рассмотрение дела в областном суде.